Более 57 миллионов рублей получит Первоуральск на ремонт дорог дополнительно. Средства выделили из областного бюджета. Всего дополнительно выделено 798 миллионов рублей. Из них больше половины уйдут Нижнему Тагилу. Остальные средства поделят между Сысертью, Талицей, Карпинском и Каменском-Уральским. Добавлю, что в Первоуральске ремонт дорог идет полным ходом. Рабочие сняли дорожное полотно на Московском шоссе от Талицкого моста до улицы Урицкого. Движение ограничивают по полосам, а работы в основном ведутся по ночам. Ремонт на Московском шоссе продлится до начала осени. На приведение в порядок этого участка из бюджета выделили 92 миллиона рублей.